тут же греются, тут же мусорят, тут же бутылки, тут же там баночки, скляночки. Мы уже писали, мы уже звонили. Звонили и писали в свой КСК. Реакции, по словам жителей Житысузского района, не последовало. Но сегодня представителям кооператива все же пришлось держать ответ. От дома 50 метров убираю. Я еще должна до дороги убирать. Кому же принадлежит мусор, экологи выяснять не стали. Представителям КСК выписали штраф около 66 тысяч тенге, а также потребовали гарантии скорого разрешения проблемы. На уборку им отвели неделю. Здесь дома, жители, дети, а вы здесь как бы превратили на свалку. По соседству еще один нарушитель и снова с оправданием, но и ему придется раскошелиться. Почти 45 тысяч тенге составит штраф. Мы постоянно предупреждаем предпринимателей об ответственности за свою территорию. Однако, многие все же нарушают. В случае повторного нарушения мы снова выпишем штраф, причем на большую сумму. В итоге только за сегодняшний рейд экологи выписали штрафы на сумму более 200 тысяч тенге. Далее, вслед за Житысузским районом, проверяющие нагрянут в Наурызбайске. Ардах Сейтказин, Ергали Беделов, Асет Кундакбаев, телеканал «Алматы».